Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 24 августа. В Одессе очередная воздушная тревога. Началась она в 17:30. Я уже сбился со счета, какая она. Наверное, пятая или четвертая. Вот. На данный момент все тихо, взрывов никаких не слышно. За область тоже ничего не сообщают. И по информации, которая известна, ни в Одессе, ни в Одесской области прилетов на данный момент не было. Сообщают о двух прилетах. Хмельницкой области. Это уже официально подтвердила областная военная администрация. Также есть информация о взрывах в Николаевской области в районе Очакова. Но пока есть официально, данные взрывы не подтверждены. Вот. Также в 17:44 сообщили о том, что в Житомирской области тоже прилет. Подробной информации нет, куда именно были нанесены ракетные удары в Житомирской и Хмельницкой областях. Вот. Если пострадавшие, пока ничего не сообщается. Пишут, что вся подробная информация будет позже. Сообщают о том, что сегодня возможны пуски ракет с севера на юг. То есть, если обычно юг Украины атакуют или с акватории Черного моря, или с территории Крыма, то сегодня возможно даже нанесение ракетных ударов с территории Беларуси, потому что там поднимается регулярно воздух и стратегическая, и тактическая авиация. И есть информация о том, что возможны пролеты ракет с севера на юг. Сегодня огромная просьба ко всем зрителям, кто смотрит меня, кто проживает в Украине, ни в коем случае не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя, берегите своих близких и в случае сирены пройдите лучше в укрытие. Потому что сегодня, как мы видим, взрывы звучат в разных областях, и наша область Одесская, она тоже не исключение. Ну, будем, конечно, надеяться на лучшее, что все обойдется, но, тем не менее, лучше перебдеть, чем недобдеть. Я на связи, до встречи в новых видео, всем пока. Информация будет обновляться, сразу же буду сообщать.